Всем привет! Ну что, наконец-то купили речный домкрат. Поднимает на 107 миллиметров, 107 сантиметров. На вездеходе тягать самое то. Ну такой. Так мне что-то не понравилось, то что у меня вот люфты такие. Как-то покрашено, блядь, тоже. Аж один раз поднял, короче, поигрался, и вся краска ушла уже. Бля, люфты вообще. Это должно быть так, хрен его знает. Мне еще не нравится то, что чугун, блядь, это все. Уже проверил. Чугун, а чугун лопается неплохо. Так, 3 тонны грузоподъемность. Даже сегодня чуть ли пожарнее устроил. Вот, колеса готовлю, считай. А тут получается... Так, сколько? По 8 шипов, короче, крашу. Такой сегодня. 8 шипов покрасил сырой резиной, заправлен бензином. Там крутанул газогрелкой, начал хуярить, короче. Дальше нитки, одни нитки, это пух, сжигать. И хуякс она мне, блядь, тут загорелась. Блядь, сперва запаниковал, а потом... Это, короче, огнетушителем. Потом на улице вытащил, еле потушил. Но, скорее всего, ничего не стало, нормально все. Нитки сгорели зато, нормально так. Ну, нитки, это которые торчащие. Это вот так, чуть ли гараж себе не сжег еще. День был веселый. Получается еще... И там целый день там, блядь. Запах бензина был, пиздец. Сейчас, блядь, как этот, на контужен, не контужен, блядь, будто обкурился, либо, блядь, набухался, короче. Это вот так.